Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Очень разным людям удается найти общий язык, понять друг друга. Будет много романтических моментов, влюбленных ждут приятные сюрпризы. Если в последнее время вы ссорились с тем, кто вам особенно дорог, сейчас у вас будет шанс вернуть гармонию и взаимопонимание, оставить все разногласия в прошлом. Все важные вопросы стоит обсуждать в первой половине дня. В это время проще найти решение, которое устроит всех. Вечер подходит для спокойного отдыха. Можно быстро восстановить силы, пополнить запасы энергии. Овен. День складывается очень удачно. Вероятны неожиданные успехи, прогресс в делах. Вы чувствуете поддержку звезд и стараетесь извлечь из нее максимум пользы. Возможно, какие-то хорошие новости, перемены к лучшему именно там, где они были вам особенно нужны. Выясняется, что вы недооценили свои таланты и возможности, а вот сложность проблем, требующих решения, напротив, переоценили. События этого дня убедительно доказывают, что вы способны на многое. Это признают даже те, кто прежде в вас сомневался. Многие захотят узнать вас получше, подружиться. Телец. Начало дня может быть неудачным, но со временем влияние позитивных тенденций усилится. Вам удастся направить свою энергию в мирное русло, преодолеть все преграды, добиться давно поставленных целей. День отлично подходит для того, чтобы учиться, собирать и анализировать информацию. Вы внимательны и ничего не упускаете из виду. Есть шанс заключить выгодные сделки. Некоторым представителям знака удастся договориться о совместных действиях с человеком, который со временем станет и надежным союзником, и настоящим другом. Близнецы. Благоприятный день для учебы, поиска и анализа информации. Вы отлично с этим справляетесь, делаете правильные выводы. Вы способны разобраться в любой сложной ситуации, найти ответы на вопросы, которые других поставили в тупик. Многие прислушиваются к вашему мнению, обращаются за советами. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими людьми. Не исключено, что вы чего-то долго не замечали или сознательно закрывали глаза на проблемы. Сейчас можно расстаться с иллюзиями и на самом деле изменить ситуацию к лучшему. Рак. День не лишен трудностей, но все они преодолимы. Добиваться успеха помогают изобретательность и находчивость. Часто вы действуете спонтанно, без долгих размышлений. Это многих удивляет, а близких порой заставляет волноваться. Но проходит совсем немного времени, и всем становится ясно, что вы выбрали самый простой и короткий путь к цели. Будьте готовы к непрошенным советам, подсказкам, без которых вы предпочли бы обойтись. Вечер обещает приятные сюрпризы, в том числе романтические. Влюбленные найдут способ порадовать друг друга. Лев. Вы не совершите ошибок и промахов, если не будете торопиться. Что-то может пойти не так из-за суеты и спешки. Необдуманные поступки редко позволяют достичь нужных результатов. На важных встречах старайтесь не говорить лишнего, высказывайте свое мнение и делитесь идеями, только если это совершенно необходимо. Вторая половина дня приносит новые планы, реализуя которые, вы сможете что-то изменить к лучшему в своей личной жизни, отношениях с близкими. Удастся решить давние проблемы, найти ответы на вопросы, беспокоившие всех. Дева. Добиться успеха нелегко, но возможно. Не стесняйтесь пользоваться своими связями, привлекайте знакомых к решению важных вопросов. Стоит прислушиваться к советам, поскольку ваши собственные суждения не всегда верны, и порой не хватает опыта для того, чтобы сделать правильные выводы. Старайтесь внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Есть шанс увидеть что-то важное, раньше других получить информацию, которая вскоре пригодится. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся лично вас или кого-то из самых близких людей. Весы. Возможны трудности в первой половине дня. Сложно сосредоточиться на важных делах, удержать в голове все, что требует внимания. Увлекшись мечтами, вы рискуете забыть о каких-то задачах, требующих решения, или запланированных встречах. Не будет лишним составить список дел и заглядывать в него в течение дня. Вторая половина дня приносит позитивные эмоции, новые впечатления, приятные знакомства. Это хорошее время для общения с друзьями. Появится масса отличных идей и новых планов, которые вскоре удастся реализовать. Скорпион. Благоприятный день для работы и полезных дел. Если вы будете действовать последовательно и проявите предусмотрительность, то сможете достичь больших успехов. Стоит найти время для неспешного разговора с давними союзниками и людьми, которые хорошо вас знают. От них можно ждать и толковых советов, и интересных предложений. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Вы на многих производите хорошее впечатление, кто-то может влюбиться с первого взгляда. Неплохо складываются поездки, даже незапланированные. Стрелец. Вы успеете сделать много хорошего и для себя, и для других.
День благоприятен с точки зрения финансов. Будет шанс заключить сделки, которые вскоре принесут прибыль. Можно начинать учиться чему-то совершенно новому. Все, что может пригодиться, вы запоминаете почти мгновенно. Не исключены приятные известия издалека, предложения, от которых не захочется отказываться. Могут напомнить о себе люди, с которыми вас когда-то связывали теплые и доверительные отношения. Удастся спокойно обсудить неоднозначные ситуации прошлого, во всем разобраться и достичь взаимопонимания. Козерог. Подходящий день для того, чтобы взяться за непростое дело, в котором вы сможете проявить себя, показать, на что способны. Будет шанс одержать верх над давними противниками, заинтересовать своими идеями людей, от которых многое зависит. Важно проявлять инициативу и не стесняться рассказывать о своих победах и успехах. Поверьте, вокруг масса людей, которым действительно интересно, чего и как вы сумели добиться. Вечер подходит для общения с самыми близкими людьми. Вы отлично понимаете их, часто догадываетесь о сокровенных желаниях тех, кто вам особенно дорог. Водолей. Благоприятный день для общения. Легко договориться с очень разными людьми, вы одинаково хорошо ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого встречаете впервые. Не исключены приятные знакомства. Они могут получить романтическое продолжение, но тут все будет зависеть от вашего желания и готовности проявить инициативу. День подходит для домашних дел. Они не утомляют вас и не кажутся скучными, многие бытовые проблемы решаются быстрее, чем вы ожидали. Хорошо покупать какие-то полезные вещи, причем не только для себя, но и в подарок. Рыбы. Подходящий день для важных разговоров. Они могут касаться работы или бизнеса, творческих планов или глубоко личных дел. В любом случае вам удастся найти союзников, убедить собеседников в своей правоте, никого не обидев, не задев ничьи чувства. Важно и то, что у вас будет возможность разобраться в себе, оставить в прошлом тревоги и переживания, которые мешали двигаться вперед. Чем ближе вечер, тем больше у вас появляется хороших идей. Одни можно воплотить в жизнь немедленно, другим придется немного подождать, но от задуманного вы в любом случае не откажетесь.